Социально значимую дату – День духовного согласия – отметили в Актау. В мечети Бекет-Ата в честь праздника организовали маулид. По случаю маулидов в мечети читались проповеди. Праздник включил в себя декламацию проповеди Корана. Была также организована трапеза. Главный имам рассказал, что в честь праздника Курбанайт 3731 семье и 5 учреждениям было роздано жертвенное мясо. 4000 детей получили коробки со сладостями. По словам главного имама, в настоящее время каждая мечеть области распространяет листовки об опасности запрещенных в нашей стране религиозных течений. Для тех, подчеркивает имам, кто желает получить духовную пищу, существуют специальные сайты с разрешенной законом информацией на религиозные темы. Там можно задавать вопросы. Ислам – миролюбивая религия, как сказано в Коране, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. А наш поэт и просветитель Ибрай Алтынсарин писал, что если для народа главное богатство – здоровье, главное богатство для души – знание и искусство. Человек не должен уходить с духовного пути, и в этом ему помощник Коран, который всегда призывает к чтению, то есть к знаниям, а знание – это ключ к успеху.